Поздравляю вас с началом нового учебного года и с открытием нашей площадки. Преподаватель Анапской художественной школы Юлия Жданова сегодня принимает двойные поздравления и с 1 сентября, и с новосельем. Ей и ее ученикам предстоит осваиваться в новом помещении. Площадка в Варваровке одновременно просторная и уютная. Тут много можно делать, рисовать, можно разными искусствами заниматься. То есть место позволяет? Да. Я обожаю рисовать и просто мне нравится здесь. Замечательно. Во-первых, само место очень красивое, то есть вокруг настолько красивая природа, конечно, она вдохновляет. И сама обстановка вот филиала художественной школы располагает к тому, чтобы здесь все состоялось, все получилось у детей, потому что новая мебель, простор, большие красивые окна, новые мольберты, оборудование. То есть, ну, конечно, я думаю, что все будет здорово. Родители тоже рады появлению новой учебной площадки. Во-первых, она расположена очень удобно для жителей южной части Большой Анапы. А во-вторых, дети получили дополнительные шансы попасть в бюджетные группы. Ведь сейчас конкурс на поступление в художественную школу – 6 человек на место. Ребенок мой, допустим, с большим интересом, с большим желанием сюда попал. Соответственно, и родители были очень благодарны, то, что дополнительно эта площадка образовалась у нас. Пока в новом классе занимаются 30 детей. В рамках трехлетней программы им будут преподавать рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество и историю искусства. По словам руководителей школы, в перспективе в Варваровке можно принимать и втрое больше учеников. Помещение позволяет. Сегодня нашей школе 50 лет. И это открытие этой площадки, ну, наверное, такой подарок своеобразный от нашей администрации, от нашего управления культуры. Вот в честь 50-летия еще дополнительные площади, о которых мы мечтали давным-давно. И открытие этой площадки позволяет нам дать детям дополнительную возможность как раз вот реализовать себя, реализовать свою тягу к изобразительному искусству. Занятия на новой площадке начались, а пока дети учатся писать картины, директор уже думает, как обустроить в Варваровке школьный выставочный зал. И для него помещение предусмотрено. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.